Давай. Брок. Блин, все прокачиваются, кроме базы, смотри. Лу. Окей, так, еще больше ящик. Еще. Что, два предмета сразу вы видали? Еще. Гаджет новый на Рико. Бас прокачался отлично, но все равно не хватает до седьмой силы. И еще. Че? Лего, да ну, ох, жесть, новый. Ой-ой-ой-ой, как. Всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. У меня для вас еще одна хорошая новость. Это мой твинк, и сегодня я собираюсь забрать еще одного база. Я здесь выполнил все задания, ребят, и могу забрать нового бойца из баз. Романтический. 6 из 7 у меня на этом аккаунте, это твинк мой. Так, сейчас мы с вами, наверное, заберем еще... Вот эти все награды за прошлый сезон, я их не забирал, так, надо будет в базах качать очки силы, если они здесь есть у меня. Есть, да, 50 есть, и пойдем сейчас потихоньку база апать. Так, окей, вкачиваем, еще что здесь, еще 50 очка есть, давай вкачаем. Окей, отлично, надеюсь, может, если я открою все ящики, он мне прокачается и ставит, и станет фуловым. Ну, не знаю, получится нет за это видео, но я попробую, ребят, давай. Все, открываем, может, хотя бы до 6 силы я его смогу скачать. 3, 2, 1, но бас не прокачивается, к сожалению. 3, 2, 1, ну, окей. 200 удвоителей, хорош. Так, подожди, там что-то в магазине новое. А что здесь новое? Странно. Ничего же вроде. А, во, два скина. Мегамуха Бэя и Злой Джин. Неплохо. Ох ты, динозавр Леон. Смотри, скоро новый скинчик появится. Класс. Так, ну ладно, пошли. Ох, и появилось задание выиграть с базом. Сколько там, 15 игр. Так, прокачиваю, четвертая сила. Блин, да, наверное, не смогу я его сегодня вкачать. Хотя, подожди, вот здесь у меня же еще и должны быть очки силы, правильно же? Так, поехали сюда, вкачиваем. Так, еще есть, нет? А где бас? Бас, вот он. Бас-гитара. Так, дальше что у нас? Дальше, тут ничего. Тут ничего, вот еще 50 очка, еще вкачиваем, окей. Так, еще ящик, 3, 2, 1, и ворон прокачался. Так, что с монетами там? Монет хватает? Ну-ка, тут еще голда, вот еще голда есть. Так, вот еще 20 очка. Так, еще соточка. Наверное, должно хватить сейчас на прокачку. Давай, попробуем. Улучшить 352, да, отлично. И до 6. Ага, надо 7 силу, понимаю. Все, никого, большой ящик, 3, 2, 1. Ох, ничего себе, здесь носило на Гавса, жесть. Неплохо. Так, мега ящик, 3, 2, 1. Ну-ка, этот, как тебя там зовут, прокачайся. Нет, не прокачивается. Блин, обидно. Ладно, идем дальше. Давай, большой ящик. Нет, ничего. Еще маленький. За 16 левел. Ну, блин, ну прокачайся, бас. Давай. Брок. Блин, все прокачиваются, кроме базы, смотри. Сэнди, Дэрил, Нани. Нету. Мега ящик. Дальше. 6 предметов. Бас прокачался немножко. Да, ну даже до 7 силы не хватит. И что? Гаджет на бо. Класс. Неплохо, я даже не думал, что я сегодня что-то смогу выбить. Я вообще думал, что вот чисто качаю база. Ну окей, пойдет. Давай идем дальше. Бас. О, бас прокачался. Сколько ему дали? 10 очков. Ну это мало. Это очень и очень мало. О, еще 30-ку базу дали. Но все равно на 7 силу не хватает. Лу. А окей. Так, еще большой ящик. Еще. Что, два предмета сразу вы видали? Еще! Гаджет новый на Рико! Что, два гаджета подряд? Ну это жесть! На бой на Рико сразу гаджет! Офигеть! Два предмета! Причем ящик большой же просто был, да, ребят? Да, по-моему, большой ящик был. Не хватит все-таки его, наверное, скачнуть. На седьмую 141, да, не хватает, ребят. Окей, ладно, я уже пооткрываю все тогда ящики, добью. Давай, еще большой. Открываем, 3, 2, 1. Бас не прокачался. Еще мега ящик. 6 предметов опять. Да вы издеваетесь. Бас прокачался отлично, но все равно не хватает до 7 силы. И еще. Лего, да ну, ох, жесть, новый. Ой-ой-ой-ой, как. Это просто сегодня что-то невероятное, ребят. Вы видали, сколько я всего выбил. Еще и лего выйду, да как. Офигеть.
Ой, жесть, я не ожидал такого вообще поворота событий. Как Лего могла выпасть? Блин, мне на основе сквик не выпадал, не знаю, я там тысячу ящиков открывал, мне сквик не выпадал, а тут что? Открыл одну полоску нижнюю до 40-го левела, смотри, до 45-го я открыл вот эту полосочку, и мне выпало, сколько там, 3 гаджета или 4, да, 3 гаджета, по-моему, пассивка. И еще и Лего! Как это работает вообще? Жесть! Так, ладно, заберу, наверное, здесь голду. Потом еще здесь сделаем открытие, ребят. Еще у нас будут с вами открытия. Жесть, я в шоке, если честно. Как? Как? Ну реально, я говорю, вот на основе я открывал столько ящиков. Я полностью Brawl Pass открыл, мне не выпал сквик. Я потом еще накопил ящиков, открыл, мне не выпал. Это просто жесть какая-то. Так, значок на базу забираем. Все, короче, ладно, хватит на сегодня открытия. Ладно, давайте на сегодня последнее открытие. Это набор значков. Давай, посмотрим на Ниджесси Калет. О, неплохо, неплохо. Так, пошли базу сразу настроим значочек. Так, вот обычно сюда и сюда. Все, отлично. Поехали. Я не знаю, что, в баскетбой поехали. Мне нравится этот режим офигенный. Испытаем база, и здесь, мне кажется, он имбовый. Так, ну сейчас, наверное, против нас боты будут, понятное дело. Вот, но мы попробуем зарешать. Оп, застакал, иди забивай, Дэрил. Ну ладно, не хочешь, я сам тогда. Оп, ебой, 2 очка, киберкубик, забил. Так, окей, давай поехали. Ой-ой-ой, подожди. Стакаем, забивайте. Давай, Дэрил. Дэрил, не тупи, ты чё как бот ходишь? А, ещё и ультой 2 очка забил. Молодец, просто красава. Так, привет, пацаны, привет. Всё, всех сжёг. А, нет, ещё Кольт остался. Давай, Дэрил, 3 очка. А, понимаю, Дэрил, понимаю. Ладно, всё, хватит. До 5 сейчас, ребят, этот, как его, баскетбол. До 5 очков играем, поэтому... На изи выиграли. Первые 8 кубков на базе. Отлично. Ух, хорош. Блин, ну я просто сегодня в восторге, честно говоря. Это жесть. Так, Маша Милаша. Привет. Здорово. Здорово. Так, где там? Кто там? Забьете? Я ульту тогда не буду. Ну да, я не буду ульту тратить. Сейчас зато я ее потрачу, наверное, вот так. Оп! Сразу 2. Да, зачем? Зачем? Биби оттолкнула их всех просто. Мы их жесть как распинали. Эй, ну что ты делаешь? Давай. Забивай, Биби. Да, красиво, 2 очка есть. Окей. Так, поехали. Минус, 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 минус. Ебой, залетай. Но нет, придется мне, наверное, 3-очковый. Красиво. Киберкубик забил, 7-0. Выиграли. Прикольно. Здесь в этом режиме очень хорошо подходит Биби, очень хорошо подходит Эмс. Ну, я думаю, вы и так уже все знаете. И, ну, кто еще? Эль Прима неплохо. Но, опять же, если все дальники будут, наверное, Эль Прима будет попадать. Так, давай. Трехочковый. Ну нет, ульту не трать. Ай, зачем? 2 очка потратил. Потратил ульту на 2 очка, вернее. Так, ладно, окей, все, всех ставил. Давай. Давай, 3 очка, ну. Да, 2 опять. Что мне делать? Зачем ульту тратить? Ты 2 очка. Так, я поехал. Ой. Ой, ой, подождите, ребятки. Ой, подождите. Ай, зачем? Ну ладно. Окей, теперь я забью, моя очередь. Ебой, все. 6-0 мы выиграли. Окей, потихоньку я этот квест выполняю, но не хочу я с этими ребятами играть, что-то мне не нравится. Спраут вообще. Не знаю, зачем баскетбол Спраута брать. Ну хотя, может быть, и он нормально зайдет когда-нибудь. На какой-нибудь карте. Так, минус. 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 Давай, забивай. Ну, фиг знает кто, забивай. Так, тихо. Тихо. Ой, ой, ты что творишь? Как ты кинаешь? Вот так надо. Вот так, так, по красоте. Отлично. Так, у меня ульты нету. Ну ничего, сейчас накопим.
А, кто? Я взял? Я. И у меня ульты опять нету, да? Ладно. Забьем тогда так. О, нет! Не забился, серьезно? Так, ульта есть? Давай, трехочковый. Ой, нет, отсюда будет тяжело. Давай. Ну, два очка, да что ж ты будешь делать? Я же вроде за линией был. Как это работает? Так, умирайте. Так. Ну что? Давай, забивай. С ульты хочешь, смотри. Ай, молодец. Хорошо ты прям забиваешь, хорошо. Давай, забивай. Вот это с ульты на 2 очка, но мы выиграем. Отлично. Все. 4, ну до 5 побед давайте добьем базу. Ух, хорош. Кто уже забрал, ребят, базу? Напишите в комментариях, кому зашел этот боец. Мне зашел, классно он. Особенно в этих, мне понравилось, как он... Как это называется? Ух, есть ульта, попробуем трехочковый. Ну, нет, ульту слил и 3 очка не забил трехочковый. Какого фига? Блин. Так, ладно. Уйди. А, мне понравился он, знаете, где в этом захвате 2 очка. Да что такое? Не захвате, как это называется? Блин, я забыл. Где сейф там разрушаем. Вот там он просто жесть как наносит дамагу. Это просто жесть. Так, ну-ка, на автоатаке залетит. Да, на автоатаке забивает. Хорошо, хорошо. Ой, минус, минус. Так, автоатака. Ну, забьешь? Нет. Да, это гол. Нет, да что, да сколько ты можешь прыгать? Ты серьезно? Ай, жесть. Эй, отдай мой мяч. Отдай мяч, говорю. Ой-ой-ой. Ай, куда я поехал? В пушке. Автоатака опять. Так, 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 уходим. Уходим от Брока. Не попадаемся Броку. Тихо, тихо. Ну дай пас. Вот, хорош, молодец. Оп, до свидос. Да, 6-0. Выиграли. Короче, сейчас я скажу вам. А то я забываю, как эти режимы называются всегда. Где хорош бас. В осаде он хорош, разрушает очень быстро. Ну и в не захват кристаллов, а в ограблении, режим ограбления, да. Вот там бас вообще заходит просто на ура. Ну что ж, ребят, на этом мы закончим. Еще у нас куча с вами вот тут ящиков. Да, продолжаем выполнять задания, квесты и продолжаем идти к 70-му левелу. Заберем еще, надеюсь я, заберем крутой скинчик на базах. Это будет уже в следующих видосиках, ребят. Ну а с вами был Максим, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока!